задумка неплохая у них, что они такой вот город так построили, так все это, да? Это неплохая задумка, но вот если бы они бы еще бы сделали, чтобы было открытое, понимаешь, как имею в виду? Да, чтоб можно было заходить. Да. И вот колодец, к примеру, вот сделали колодец, и ты можешь в этот колодец попить. Ну, попить тут есть где тут. Кругом водопады, озера, речки. Нет, ну да, ну вот было бы еще интереснее, если бы ты мог бы попить прямо там вот. Тут стоят дома такие интересные. Да, слушай, тут целое такое поселение. Ты где? Ты даже не знаю. Да, город. Причем довольно большой. Через реку мост каменный. Дома эти стоят. Даже звуковое оформление тут есть. Кузнец по наковальне бьет. Улицы такие тут между домов. Ты была тут в этом месте? Ну, по-моему, было. Ну что, медведи-то попадаются, нет? Нет. Нету? Да, ну не город, конечно, но такая вот деревня. Два льва на меня напали. Да. Две кобры, два льва меня убили. Вижу, сообщение вышло. Возродись-ка. А, ты за вещами побежишь, наверное. Ну, конечно, у меня там ты что? У меня столько волосов, и весь мед у меня там, все у меня там. А чё ты их пикой не убила? Так я убивала, но их две штуки было, и две кобры. Ну, от кобры-то надо было убегать. Как я могу выпекать, если меня бьют и два льва, и еще плюс две кобры приползли. Что, я там не могу бросить, у меня там вещи такие хорошие. Ну, столько волосов, чего ты, что? Здесь целая ферма куриц. Знаешь, сколько валяется яиц? Собирай.
Яйца очень хорошо голод утоляют и поднимают очень сильно этот, быстро этот, витамин этот поднимают хорошо. Яйца очень полезная штука. Блин, это мне так далеко бежать сейчас, ужас. Кварц я нашла здесь. Чего? Кварц. Ну, сейчас ты в первую очередь быстрее беги за вещами. Иначе они пропадут. Нет. Там у тебя 15 минут всего лишь. Такой вот город.